Ну что, я не знаю. Да, я видел, я уже давай вышел. Что-то говорить. Привет всем, это Гагатун и... А, это Юзи, здесь тоже. Или заново, стой, или заново. Давай, сейчас. Я говорю, это Гагатун и ты говоришь. Или что, или... А, ну как-нибудь можно, конечно, сейчас победить. Это неловкое начало нашего ролика, ладно, тогда... Тогда идем, начинаем играть. Пойдем, это игра, после которой я стал по-другому смотреть на супермаркеты, детрайсинг. Ну, то есть... Да, я теперь постоянно... Ты правда стал? Ну, я хожу тебе по супермаркету, ищу оружие, всегда думаю, в случае апокалипсиса, что надо готовиться. Что вот этот магазин с оружием надо запомнить. Можно использовать. Тут все можно в виде оружия использовать, даже вот такое вот дерьмо. Жаль, я кинуть его с собой не могу. Ой, смотри, тут топор есть, я этого не видел. Топорище целое. Топор? Да, вон. Прям на полу лежит? Да, в общем, мы, не знаю, мы, наверное, не будем особо объяснять сюжет, потому что его тут особо и нет. Но суть в том, что мы должны выжить, и у тебя вибрирует телефон. Не, я его убрал уже. А, да, в общем... Я пока с этой штукой побегу. Сейчас, как бы, кто не знает, кто не играл в первую часть, мы играем за это... Дополнение, считаю, для второй части. Тут немного будет альтернативная история, то есть тут не будет девочки, там девочку нашего мотоциклиста уже Саша Ралли байкера, и поэтому тут он будет немного по-другому себя вести, но для кооператива он все равно является вторым игроком, поэтому это очень странно. Но сейчас я буду проявлять тогда всю сущность этого главного героя, погодите, вот... Никогда не понимал, как... Вот просто, блин, не знаю, как зомби не догадались до туда доходить, это же глупо. Так они глупые сами. Ещё нас так... Как ты с ней бронец, скажи мне, как? Ворошел такой весь путь. Потому что это за мою дочку! И посибру! О, черт, я тебе много отнял, извини. Я не ожидал, что там... Нет, ты вообще-то нисколько не отнял. О, господи, как он китает, как девочка, смотри на него. Да. Такой... Я взял пилу. Я бы дальше кинул. Ты пил? Вау. Сейчас я бы взял лопату, но зомби, кажется, не реагируют на лопату, не смеются вообще никак. Нет, ладно. Пожалуй, я лопату возьму. Мы сейчас должны найти Зомбрекс, потому что в первой части нашего героя Фрэнк Веста, он как бы заразился вирусом. И там они нашли вот это противоядие, это Зомбрекс, который... И... Он, по-моему, делается из этих бабочек или еще чего-то. Ну, в общем, сейчас суть в том, из бабочек? Что... Ну, там будут, короче, бабочки особенные. Ну, ты увидишь. Ты просто... Ты же и вторую часть, да, не проходил? Нет, нормально не проходил. Бабочки? Она и делается из долбанных бабочек. Ну, ты это, короче, охренеть. Видишь. Там потом будет целый сегмент с бабочками, и ты вообще... Привет! Фишку всю. Я пока помогу. Почему я не могу взять оружие? Вот, нет. Уйди отсюда. О, черт. Тут можно взять дезодорант. О, тут можно спрей взять, смотри. Я их покрашу. Я покрашу весь этот мир в розовый. Тебе не хватает гламура. О, черт! Антигламурные зомби. Лопата, кидай! О, лоу, ты ее перепрыгнул, тебе повезло. О, давай, баллончики. Я могу тебя покрасить. О, зелененького еще немножко. Зелененького вам! Зелененького! Слушай, ну это супер гламур. Тут что-то мы сейчас это... Они... Ой, тут можно взять хип-хоп аутфит. Я хип-хоп. Не, мне такая хрень не нравится. Да, мне тоже не нравится, но я думаю, что я... Держи куток, ублюдок! Я найду что-то получше. Ну, кстати, тут кирпичи все еще лежат. Так, держи! Кстати, я видел твой ролик по SCP как раз. Чего ты так мешал? Он же был не потому страшный. Сарделька была он не страшной. Да ладно. Сарделька... Нет, она... Вот поэтому... Oh. Нет, она действительно была не страшная. До того момента я такой говорю... Ой, это же я вспомнил этого печеньку из Шрека, и она тут же на меня накинулась, как странное говно. Ну, можно спитера взять. Боже мой, почему герой такой жирный? Он же жирный. Вот я тоже удивляюсь, почему он вообще может двигаться как-то нормально. Че я мажу? Какой-то бред. Ау. Мне придется. Надо валить отсюда, потому что иначе. В общем, во второй части герою нужно было искать Зомбрекс, чтобы спасти свою дочь, которая больна. В этой части мы ищем Зомбрекс чисто для себя. Но поэтому... она умерла! Да, ну да, тут она уже. Тебя будут как флешбеки. Я поэтому. Но это лучше, отец будет просто идти. Ой, сейчас погоди. Толстяки. Тебе дать молоточек, чтобы ты набил тут
Test of Strength. Ну, было бы круто, да. Но у меня вроде ачивмент есть. О, теперь я буду бить кулаками. А у меня нет ачивмента. Но у меня тупо опыт. Держи, ты! И ты, держи! И ты! Тихо, кто? Давайте в очередь, кто дойдете, вставайте! Иди сюда! А, боец, ты чё? Ой, стой, я мог тебя сфотографировать. Давай, сфотографируй. Я фотографирую, о, как да. ты дерёшь. Я как настоящий боксер. Максимум драма. Стой, а тебе тоже должны давать, нет? Тебе опыт не дают? Не, мне ничего не дают. Не, мне говорят, что потом. Хоррор это гуд. Ой, сисечки. Чёрт. Меня сейчас убьют таким темпом. Сисечки! Ой, боксер, тебе дать молочка, тебе дать молочка. Это звучит подозрительно, но я его кину тут. Да, я возьму. Давай. Возьми. А его можно попить? Ну так зачем молоко нужно? Я не знаю. О, оно всю жизнь восстанавливает. Отличное молочко. Да, тут сок восстанавливает очень много жизни, и молоко. В общем, такие, которые в упаковке, они очень много. А в упаковке большие, да, я понял, запомню. Так, я ладно, нам надо убью сейчас... перчатками большими, они надо валить отсюда. Отовсюду надо валить. Я сейчас возьму себе кроссовки, чтобы быть настоящим скейтером. Привет. Жирная скотина. Сейчас, погоди, я fuck the police сделаю, и потом мы продолжим. О, кстати, ты можешь взять желтые кроссовки, они как раз подойдут к твоей куртке. Под мой стиль. Сейчас, погоди, я сначала fuck the police сделал. О, fuck. Я черт, я ее выпустил. Сейчас, погоди, я одену. Я не могу нормально взять этот... Мне нравится удар сюда такое делать. Он непрактичный слишком. Да, я взял, как тебе мои желтенькие? На самом деле, всегда вот хорошо одевать что-нибудь по цвету куртки или верхней одежды. Очень хорошо смотрится. А еще гламурненькую еще сумочку с собой брать, и вообще будет эпик. Ты только посмотри на меня. Я как дама с собачкой. Иди отсюда! Это за мою дочку! Я думаю, тебе не хватает юбки. Хорошей юбочки. А она здесь есть? Ой, тут все есть. Это же супермаркет! Ой, я зря попил, о господи. Я столько выпил, у меня нормальная жизнь будет. А, да. Нам нужно просто уже бежать, куда нам нужно. На стрелочку, бежим по стрелочке. Мне кажется, я конечно игра, знаешь, выстрел. Ну. Че, я хотел костюм просто найти, думаю, где-нибудь. Ой, смотри, тут детская одежда. Ну пойдем это, здесь где-то динозавры были, да, время взять динозавры себе. И все. И захватить мир динозаврами и превратить их всех в своих. Давай, пойдем скорее. Я хочу это видеть. О боже, нет! Быстрее превращай его! Быстрее, динозаврик! Нет, динозаврик. Я не буду превращать динозаврик. Их динозавриков, я их просто убью. Сейчас, стой, вот еще один. Нет, теперь ты один из нас, поздравляю! Только не убивай его, это наш собрат. Погоди, я сам наденусь только. Это тут нужно спеть песенку про динозавров, типа. Я не помню, как она поется только. Я, наверное, песенку добавлю это поверх. Какие вы некультурные зомби, какие вы некультурные. Нельзя бить просто. Так. Я, кстати, всегда еще хотел купить маску себе. Вот есть маска лошади. Боже мой! Я хочу себе такую купить. Это представляешь, как круто. А, лошади, да, мы видели, мы ее на Игромире видели. Так это ж эпик, Он отказывается одевать, ты охуел что ли? Одевай, когда тебе маску дают, ублюдок. Вот тут есть коп, у него можно взять пистолет. Мои динозавры, спасайте меня! Мои динозавры. Давай, коп, сейчас, выкидывай погоди. Пистолет. Коп, выкидывай пистолет. Вот не всех. У копа не было короче, пистолета. Вроде как я всех превращаю. Дерьмо. Они бегут за мной! Я к тебе как-то. Ты использовал все маски, которые было возможно? Ты что ты такой взял? Ты взял гвозди? Да. Гвозди можно использовать, комбинировать. Ау, ау. Это не звездочки, это гвозди. На, ничего страшного, им тоже будет не облегчает от этого. Я бегу... стой, давай я тебя сфотографирую на фоне зомби. Нет. Давай. Давайте. Давай. I'm sexy and I know it. Ой, блин. Сейчас, погоди, стой. Да, надо как-то встать, чтобы можно было удобно сфотографировать. О. I'm sexy and I know it, bitch. Потоку повешаю! Я помогаю тебе! Идите, ублюдки, отсюда! Я сфотографировал твою спину, как ты кидаешься. Говорят, бруталити, гуд! У меня левел ап. Мне левел ап дали. О, чёрт. А мне не дали. У меня здоровье, у меня все так же первый уровень. Идите, ублюдки, от меня! Уйдите от меня! Динозавр, защитит вашу страну от динозаврик! Ааа, меня кусают! Ау, я мог сфотографировать! Стой. Так, я лично прыгал. Интересно, а могу потом тебе эти фотографии отправить?
У меня нету, кстати. Вот, слушай, у меня есть кетчуп, закусывайте, ублюдки. Нам нужно срочно бежать на миссию, иначе мы так подохнем тут. У меня картошка. Ты не представляешь, как быстро можно сдохнуть, когда ты занимаешься всякой ерундой. Все, все, я иду. О, я нашел тебе. Я нашел водку. Тебе нужна? Или стой. О, вау, я возьму. Дай бухло! Бухло! Я на юзе. Ам-нам-нам-нам-нам. Сегодня мы будем разговаривать о том, как я играю. Детрайзинг, под динозавром играю. Слушай, это будет. Это будет в конце игры, как эти. В Мальчишник Вегасе, когда они. Музыка такая, до-до-до, и твои кадры такие. В начале динозавры, ты кидаешь гвозди. Ну, это больше похоже на правду. Ну, ты нигерша. Она была просто нигершей! Блин, я никогда не успеваю тебя сфотографировать, когда тебя едят. Мне за это должны пипи дать. Ладно, вали сейчас. Сейчас, погоди, фак ты пунышь! Пойдем, сварю. Тут мейнтейнс какие-то. Нам немного осталось о, машина. Да, нам тут окей. Еще чуть-чуть. Казино, детка. Кстати, по-моему, туда же можно найти где-то какие-то ключи от каких-то именно типа машины. Ну, в общем, может, добежали, вот. А они рандомно как-то лежат или в каком-то... Ну, я знаю, что можно купить, но, может быть, даже можно и найти их. Я какие-то ключи, видел, когда тогда играли, но в этот раз мы, по-моему, только один подобрали. Ну ладно, я думаю, мы найдем. Вот у этих ребят можно как раз их купить. Это я для зрителей, которые с них в курсе. Фэнтези! Если бы я увидел такого динозавра, который будет им угрожать сейчас, я бы прифигел, если честно. Я бы не стал связываться с человеком с маской динозавра. Он назвал меня дедушку, я похож на дедушку. Ты выглядишь как старый тирец. Какого хера, я похож на дедушку? Я вам покажу дедушку. Давай, кетчуп, ублюдок. Держи кетчуп. Я их тупо зарубил топором. Меня сейчас ударит, о, блядь. Он даже на кетчуп никак не реагирует. Держи фонарик. Кетчуп. Держи, ублюдок. Я их всех зарубил. Я как какой-то мясник с топором. Пришел, всех зарубил. Динозавр умный, динозавр понял, что надо открывать дверь. Бабочка, кэш, лови. А сейчас, погоди, нужно деньги собрать. Томагав можно взять же. Я возьму томагав. Где томагав? Да я уже взял. Там есть еще один? Нет. Там есть еще одна. О, зомбракс. Тут можно попить тебе соку, возьми соку. Сейчас я возьму. Иду. Говорят, что нужны эти. Ой. Погодите, сейчас я выйду. Что-то херню какую-то нажал. И тут можно взять дефибрилляторы, но я не думаю, что я ими тебя спасу. Тебя можно взять на всякий случай. Я лучше Гордона Фрима. Дамочка, идем с нами. Я могу воды взять, погодите. Ты только я не убивай. Ты только не убивай эту дамочку. Не, я воды возьму, если что. Я обязательно понадобится и вода, если что, вот, как бы. Ты сока взял? Ты сока взял? Да, я сока взял. Если что, она еще и сока возьмет. Пойдем. Бежим отсюда. Это нам понадобится. Еще перепрыгнуть нужно только нормально. Так, здесь какие-то средства медицинские. Что у нас еще здесь? Баба, бежим! Не, больше ничего интересного. Пойдем.